Магілёў жыве тэатрам. У горадзе працягваецца міжнародны маладзёжны тэатральны форум «Марткантакт-2016». Доўгачаканы спектакль «Майстар і Маргарыта» польскага тэатра «Малабар-атэль» прайшоў пры перапоўненай зале магілёўскага тэатра «Лялек». Нечаканая трактоўка вобразаў, арыгінальная сцэнаграфія. Палякі рызыкнулі, прывезлі булгаковскі роман на польской мове с субтитрами. Еще один смелый эксперимент отбылся на сцене Могилевского областного драматичного театра. Нечаканная замена спектакля «Сталкер» Киевского театра «Золотые вороты» за хворобы актрисы на инши постановку «Бракованные люди». Замена обернулась соправдным триумфом. Это спектакль о нас, это спектакль о всех людях без разделения на группы, классы, сословия и так далее. Это о нас, и это в каком-то смысле перекличка и с Шукшиным, как бы маленьким человечком, и со спектаклем «На дне», который мы здесь видели, и все по-разному к этому относились. Это спектакль какого-то степени предостережения.